где же цветы и песни под окном? Вы опаздываете на брифинг, мэм. Да? А я даже не заметила. Пройдемте. А как же еда в постели? Я могу запихивать еду вам в глотку, пока мои парни будут вас тащить. А челенок хватит? Пять минут. Десять. Я буду ждать здесь. Отлично. Извините, я немного опоздала. Да ладно, всего на каких-то 4 часа. Рада, что вы не в обиде. Что именно нужно вам знать? Количество войск противника, плотность населения, количество и виды техники, как наземной, так и воздушной. Есть ли у них флот на орбите и оборонительные сооружения на базе? Флот отсутствует, но без кодов доступа перед входом в систему он-то может оказаться. Есть лишь пара СКД-штервятников. Армия состоит из 5 батальонов дроидов Б-1. Наземная техника обошлась классическими АТ-шками и немного пауков. Есть ПВО, но их сил не хватит, чтобы отбить внезапную атаку. Местное ополчение, ну для вас это ничто. Генерал, предлагаю тогда высаживаться сразу в город, чтобы обойтись без штурма стен. Неа, не катит. Почему же? Высок риск, что моя цель может сбежать. Если вы высадите войска за базой, то мысли о побеге заменятся на желание отстоять город и дать бой. Это бессмысленно. Мы так просто потеряем больше людей, а наемник твой сбежит ровно так же, как в моем случае. Знаешь, я думала, что джедаи в войне мало смыслят. Но ты меня переубедил. Между явным поражением и 50% шансов на победу есть большая разница, особенно для наемника. Если он увидит, что у него есть шанс и не просто победить, а заполучить больше очков признания за такой трофей, как 2 подверженных джедая, то он им незамедлительно воспользуется. Но мы рискуем потерять много солдат. Довольно споров. Хорошо, наемник, мы принимаем твой план. Тогда я продолжу. Выделите еще отряд для деактивирования оборонительных щитов. Координаты я передам. А чем ты будешь заниматься? А я сделаю себе коктейльчик. Найду себе место поудобнее и буду наслаждаться шоу. Для вас война — это шоу? Для нашей жизни — это шоу, мальчик. Очень глупое и довольно жестокое. Главное — не оказаться в ней второстепенным героем. На отключение щитов предлагаю отряд «Коготь». Думаешь, они справятся? Я могу пойти с ними, учитель. Ты будешь рядом со мной, как и полагается ученику. Не уверен в своих подчиненных, джедай? Это не твоего ума дело. Ты прав. Но сможешь ли ты вечно быть рядом? Почему бы не дать мальцу шанс себе показать? Да еще в миссии со 100% успехом. Мастеру, в бою я буду вынужден убивать и местных, взявшихся за оружие. Боюсь, это нарушит мой внутренний баланс. Позвольте мне пойти туда, где будет меньше насилия. Ладно, падаван. Если ты считаешь, что ты справишься... Бист, готовь людей. Мы вылетаем. Есть, генерал. Алена, я хотел сказать спасибо, что поддержали меня. Всегда пожалуйста, маленький герой. Вы действительно верите, что я справлюсь, или просто хотели позлить моего учителя? Я всегда делаю то, что считаю нужным. И выгодным. В основном для себя. Старайся не светиться, малой. Так, а где мой ухажер? Он должен мне корабль.
командир из киберпространства выходит в флот с нашими кодами доступа. Не припомню, чтоб к нам сегодня кто-то прилетал. Ты ничего не напутал? Нет, сэр, все коды верны, флот уже приближается к планете. Что-то тут не так. Отправить навстречу наши истребители. И что они им сделают? Лучше пошли запрос в штаб о перемещении флота. А вообще, пошли сигнал СОС. Не могу это сделать, нет оснований. А если я тебе башку прострелю, это будет основанием? Можешь не отвечать. Чую, сейчас у нас прямо перед глазами появится серьезное основание. Десант прям у ворот. Эти идиоты упустили свою возможность победить нас. Мобилизуйте местное ополчение. Пусть все передовые подразделения занимают позиции у стен. Сотрем их порошок, а головы джедаев я заберу себе, как трофей. Нам послать сигнал СОС? О, у тебя наконец-то есть достаточно оснований? Нет необходимости. Они точно глушат связь. Мы сами по себе. Медиков на левый фланг! Удерживайте позицию. Мы должны продержаться до того, как ворота откроются. Парни, вы все знаете, что делать. Зашли, зачистили и вышли. Вот и все. Генерал, у вас есть что еще сказать? Солдаты, ваши братья сейчас гибнут там и ждут, когда мы сможем открыть ворота. Мы должны выложиться на максимум и, несмотря ни на что, открыть ворота. Вам такое по силам? Так точно, сэр.
Где же ты, ублюдок? Командир, доложите ситуацию. Генерал, сепаратисты подтянули всех к стенам. Мы несем серьезные потери. Связи с вашим подаваном нет. Я считаю. Сэр, осторожно! Клон, я думал, что мне показалось уже брони, но нет. Скажи мне, зачем ты предал своих братьев? Зачем ты воюешь за тех, кто его убивает? Ох, джедай, ничего без меня не можешь. Очень польщен твоим визитом, джедай. А почему один? Одного меня достаточно, чтобы разобраться с таким отродьем галактики, как ты. С каких пор честный бизнесмен стал считаться отродьем? С каких пор наемчество стало честным бизнесом? Эй, Бидон, какая дорога ведет в пункт управления безопасности города? Туда. Идиот, не туда, а туда. Спасибо, Бидон. Оборону. 35-й, зайди в их систему, я займусь воротами. Как-нибудь в другой раз, джедай. Значит, она ищет клона. Осталось понять, зачем он ей. Сейчас нам нужно взять город, а это я выясню позже. Мой подаван так и не вышел на связь. У них там нет связи, генерал. По крайней мере, я так думаю. Раз они открыли ворота, значит, хоть кто-то из них жив. Сэр, диверсия на базе. Клоны прорываются через главные ворота. Подготовить транспорты для эвакуации. Те жители, которые хотят остаться и партизанить, пусть уходят в леса. Подготовить базу к ликвидации. Как их войска зайдут, взрывай все к чертям. Генерал, ворота открылись, но 35-й увидел в системе, что база должна будет взлететь на воздух. И мы никак не можем им это доложить. Каковы будут указания? Найдите генераторную и отключите всю энергию. Это лишит их возможности подорвать базу. А я выйду наружу и доложу о ситуации, чтобы они повременили с захватом города. Будет сделано, генерал. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Как найду тебя, беги, вырву печень и кишки.
будут крики и рыдания, но потерпишь наказание, будет грустно и ужасно, но до ужаса забавно. Учитель, мы открыли ворота, но обнаружили, что база взорвется, как только вы все зайдете. Учитель, меня слышно? Будешь ты меня молить, но меня не убить. Будет солнечно весь день, но ты сеснешь в тень. Прости, малец, ничего личного. Учитель, да? Сэр, мы взяли в плен джедая. Отменить эвакуацию, командир. Кажется, у нас появился еще один шанс на победу. Я тебе так скажу, парень. Сегодня точно не твой день.